В столице эксперты и общественные деятели обсудили процесс трансформации политической системы в стране. По словам спикеров, изменения должны увеличить долю участия казахстанцев в государственном управлении. При этом госсоветник Ерлан Карин отметил, что политические реформы в Казахстане будут строго придерживаться формуле «сильный президент», «влиятельный парламент», «подотчетное правительство». В этой связи политическим силам в стране необходимо осознавать возложенную на них ответственность и следовать политике здравого смысла. Говорить от имени общества – это значит не просто выражать эмоции. Нужно уметь озвучивать актуальные проблемы общества акимам и министрам. Для этого уметь приводить аргументы, давать конкретные рекомендации и контролировать власть. Мы должны подготовить сильных представителей гражданского общества.